Лучшие голы, интригующие пенальти, опасные штрафные и красные карточки – все это самые яркие моменты футбола. В Нижнем Новгороде показали всю драму Мундиаля. На площадке рядом с Центром современного искусства «Арсенал» открылась выставка фотографий на встречу чемпионату мира по футболу FIFA 2018. В экспозиции – кадры ярких игровых эпизодов, моменты триумфа и мгновения разочарований, ключевые решения и кульминации матчей турнира в Бразилии, прошедшего в 2014 году. Например, снимок, где изображен переломный момент в игре между командами Уругвая и Италии. Эмоции героев на фотографии говорят сами за себя. Ее изображал художник, это была полноценная картина или фреска итальянская по тем эмоциям, которые испытывают игроки. Здесь показывается момент, когда арбитр готовится показать красную карточку одному из итальянцев в матче, которого они должны победить. Фотографы ведущих информационных агентств мира запечатлели кадры, демонстрирующие колоссальный спектр эмоций, испытываемых как игроками, так и болельщиками во время матчей чемпионата. Каждая из работ способна рассказать о масштабе футбольного события. Рассказать о тем людям, которые не присутствовали в этот момент на стадионе, что же действительно чувствовали участники этого процесса, можно с помощью фотографии сегодня, и на этих снимках мы это можем увидеть. И вот эта невероятная, переполняющая радость, эмоции победы, которые здесь отражены, общая эйфория, счастье от победы любимой команды. Многие забывают, на мой взгляд, что чемпионат мира – это не только инфраструктурный объект, подготовка. Все думают о бюджетах, о масштабах. А футбол – это игра, которая дарит эмоции, дарит страсть. Поэтому ее, собственно, и любят во всем мире, и в нее играют миллионы. И мы отобрали 14 фотографий, которые, на наш взгляд, показывают, насколько футбол увлекает людей. Отобрать фотографии из массы интересных снимков было непростой задачей. Организаторы сначала выбрали 50 лучших кадров, а после уже из них устроили настоящий кастинг. В комиссии по отбору участвовали простые нижегородцы разного возраста и различных пристрастий, сходных лишь в одном – в любви к футболу. В итоге набравшие больше голосов снимки нижегородцы могут увидеть в Кремле. Выставка находится рядом с будущей площадкой фестиваля болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского. Она работает до 4 декабря.